Сегодня в центре Иваново госавтоинспекторы провели рейд, выявляя водителей, не пропускающих пешеходов на зебре. Проверку проводили на улице Суворова. Нарушения фиксировали скрытой камерой видеонаблюдения. Сотрудники выезжают на двух автомобилях. Один служебный с цветографической окраской, а другой обычный гражданский, в котором установлена аппаратура автоскан, который фиксирует нарушение правил дорожного движения. В первые же минуты рейда инспекторы остановили двух автолюбителей, не пропустивших пешеходов. Причину нарушения чаще всего называют одну и ту же. На работу тороплюсь, опаздываю. Если водитель не успевает затормозить, когда пешеход внезапно появляется на дороге и проезжает, не останавливаясь, он все равно остается виноватым. Штраф за подобное правонарушение составляет от 800 до 1000 рублей. Многие водители не согласны с таким положением дел. Выход и не видят в установке надземных или подземных пешеходных переходов. Подземный переход на Пушкина. Все, проблема решена. Так там он 99% был, проблема решена. Почему на Соковском мосту сейчас не делается? За последние несколько месяцев в областном центре водители совершили более 200 наездов на пешеходов. Ни одно из происшествий не обошлось без травм. 11 человек погибло. Инспекторы проводят такие проверки ежедневно в разных районах города, надеясь, что это позволит хоть немного изменить печальную статистику. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.